Ставки призу в честь дня физкультурника. На лошадях трехлечий сокровной верховой породы дистанция 2000 метров. Приняли очень Кучно. Перед трибунами идут Кучно, Кэтрин, Эль, Форвард, фигуристка и тут же Адмирал. Форвард замыкает. Стащил идет без изменений. Фигуристка вторым Лель. Фигуристка Лель. На третье место вышел Адмирал. Кэтрин четвертый. Замыкает с просветом Форвард. Участники входят в правый поворот. Скачка идет без изменений. Впереди по-прежнему фигуристка. Фигуристка Лель. В правом повороте скачку ведет фигуристка. Вторым Лель. Адмирал третьим. Кэтрин четвертый. И замыкает с большим просветом Форвард. Скачка идет без изменений. По противоположной прямой по-прежнему впереди фигуристка Лель. Тут же Адмирал захватил фигуристку. Вновь фигуристка впереди Лель и Адмирал в борьбе за второе. Тут же четвертый Кэтрин. Скачка идет без изменений. С большим просветом замыкает Форвард. Впереди фигуристка Лель и Адмирал в борьбе. Три лошади пошли в борьбе за второе. Впереди по-прежнему фигуристка. Фигуристка и три лошади в борьбе за второе. На втором определилась Кэтрин. Кэтрин подходит к фигуристке. Идут в борьбе. Фигуристка и Кэтрин идут в борьбе за первое место. Рейд четвертый. Тут же Адмирал замыкает с большим просветом Форвард. В левом повороте в упорной борьбе продолжают идти фигуристка и Кэтрин. И выход на финишную прямую Кэтрин фигуристка. Фигуристка Кэтрин. Третьим Лель, Адмирал четвертым. Финишная прямая. Кэтрин фигуристкой и бровкой Адмирал. Фигуристка Кэтрин. Фигуристка Кэтрин Лель. Фигуристка Кэтрин Лель. Кэтрин Лель. Кэтрин Лель. Кэтрин Лель. Кэтрин Лель. Кэтрин Лель. Третий финиширует фигуристка, четвертым Адмирал и финиширует Форвард.